какой-нибудь типа ем, еду. Вот я еду в вагоне типа Е. Я реально в вагоне типа Е. Интервальные часы и все остальное. Видео снято с реального поезда, старого. Тут рулевой стояночный тормоз, если что. Контакторы, да. Я в вагоне типа... Вот это все детали, все эти кнопки, все ручки не снимать. Я могу объяснить, это рулевой стояночный тормоз, это рукоятка. Извините. Это за, чтобы машинист мог. Сейчас, можно я? Сейчас выйдем. Я буду... эти кнопки снимем. Тут все остальное. Я в вагоне типа Е. Сразу скажу. В другом филе вообще в Москве везде эти вагоны уже режут. Избавляются от них. Это будет долго по музею. Вроде много раз в переданном состоянии, но все-таки в музее. Ему повезло, на самом деле. Я, правда, не знаю, реально это поезд или нет. А я правильно сказала? Поэтому не везде такие большие промежутки есть, но есть специальные промежутки, когда вот тут есть место на полтора пассажира. Все. Не надо на станцию Ленинский проспект, пожалуйста, довези меня поезд. Поезд следует только до станции Автова. Зашибись. Я тоже хочу побыть в кабине. Сейчас только мы сейчас зайдем, сфотографируемся, ладно? Чуть-чуть, ну чё? Между ними, зрелищие рельсы, а на поезде есть считывающее устройство, индукторы специальные. Вот когда переходит с одной рельсовой цепи на другую, меняется частота, и уже меняется команда. Сейчас, подожди, давай мы сфотографируемся, ладно? Я не управлял. Ты уже там был. Подожди, ну, можно управлял. Мы сейчас сфотографируемся, ладно? Подойдешь, ладно? Кадр. Блин, сейчас подсвечиваем. Слепка.